Спасибо большое за теплые и хорошие, но непродолжительные аплодисменты. Здрасте, спасибо, что пришли. Да. Кто вчера был на мероприятии под названием «Аукцион» в 2016 том? Никто не был? Ага, немножко. Ну ладно, ну хорошо, здорово, замечательно. Спасибо, что пришли, с наступающей Пасхой. Счастья, здоровья, радости. Много не пейте, пожалуйста, ладно? Потому что в прошлый раз здесь же под конец вечера уже такой гул пчелиный стоял, что мне было уже сложно что-то говорить. Меня вас слышно? Нормально? Все хорошо? Отлично. Вот. Поэтому как-то постарайтесь. Я, как сказать, не мудрствую лукаво, не буду что-то такое философское говорить. Но, значит, смотрите, задача, не задача, вернее, а будет дело так происходить. Я так думаю. Вот, если есть какие-то вопросы, я очень люблю отвечать на вопросы. Ну и, конечно, стихи тоже будут в том числе. Так что, если у кого-то созрел вопрос, первый, допустим, да, я вот буду отвечать и просто будем разговаривать, вот, общаться. И, надеюсь, этот вечер принесет вам хорошее настроение. Вот. Так, вопросы? Давайте, задавайте. Пока, да, пока еще не наклюкались, вопросы не созрели, ну, ясненько. Ладно, ну тогда я со стихов начну, те, которые помню, а те, которые не помню, я буду читать, потому что память не очень хорошая. А вот, к сожалению, стало, пил много, о чем я и говорю. Да, на данный момент, вот в июле у меня цифра 23, меня сопровождает по жизни, и вот альбом у меня вышел сольный, внимание, и он называется тоже 23. Так вот, 23 июля 96 года я как приостановил употребление алкоголя, вот, так что считайте, то есть 23 года, опять же, да, вот, я не употребляю алкоголь, я думаю, что нужно похлопать, это очень важно. Скажу вам честно, не просто, так что у кого, прошу прощения, есть, ну, зависимость, да, легко. Короче говоря, вот все, начнем с этого, да. В рюмочной жизни на алкогольную тематику очень классно, конечно, говорить, да, три девочки, пять девочек и так далее. Короче говоря, если, смотрите, все очень просто. Если вы опохмеляетесь, значит, однозначно вы алкаш. Если вы гоните, да, то есть выпиваете рюмку через полторы секунды вторую или стакан, вы алкаш. А далее, если вы пьете на халяву, прошу прощения, да, то вы тоже алкоголик. Ну и там еще много чего, говорящий о том, что человек зависим от алкоголя, и это большая беда на самом деле. Так вроде юморно, а на самом деле это очень тяжелая штука. Вот. И выйти из этого положения, да, из этого дна, да, или из ямы, не знаю, да, достаточно сложно. Но мне, скажем так, повезло. В 96 году со стечением определенных обстоятельств я попал в реабилитационный центр в далекой Америке, вот, и там прошел курс реабилитации при сообществе анонимных алкоголиков. Я анонимный алкоголик. То есть что такое анонимный алкоголик? Ну вы знаете, да, кружком садятся люди и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но здесь никаких медикаментозных моментов нет, и человек, который образно сам себя закодировал, я хоть сейчас могу взять и выпить, скажем, да, литрушечку легко. Но я этого делать не буду, потому что, во-первых, хочется жить и хочется еще много чего сделать. Ну вот как-то так. Поэтому к проблемам обращайтесь, помогу. Но в принципе в каждом городе, в том числе, соответственно, в Москве, есть собрание анонимных алкоголиков, вот можно ходить там, на часик пришел, поболтал, послушал, вот, или, да, спасибо, уже кто-то, видимо, да, зависим, вот, или реабилитационный центр «Дом одежды на горе», это в Питере, под Питером, вернее, да, под Красным Селом, и я там являюсь членом попечительского совета, и мы с моим другом Андреем Пограничником, причем пограничник, потому что он служил в пограничных войсках, и его уволили, потому что он, блин, транспортер хотел пропить, ну, нет, это реальная история, да, но его поймали как-то за руку, ну, неважно, и вот он тоже долго не пьет, вот, и мы привозим музыкантов различных,
для пациентов, которые там находятся. И у нас в качестве как бы гостей музыкантов было очень много моих друзей, тоже музыкантов, и 2517, бледный Андрюша с Антоном, и Ундервуд, и Вадик Самойлов, и многие из этих людей, кроме Ундервуда, да, они были в свое время подвержены и алкоголизации, и наркоманским всяким штучкам, вот, и много артистов приезжают и выступают, в том числе и молодые. Вот, ребята, и для пациентов, которые там находятся 28 дней, соответственно, это большая радость. То есть это как пионерский лагерь, допустим, приезжают родители, скажем так, да. Вот, и они очень радуются, когда вот артисты приезжают, и у них искренние эмоции, это и слезы, и смех, там, и так далее. Но у них дисциплина, поэтому там как-то буги-вуги, в общем-то, они не отплясывают, конечно. Вот, оно, в общем-то, не положено. Вот. Так, и, кстати, наверное, будет уместно почитать стихотворение, оно как бы, ранее было стихотворение, когда я снимался в фильме, все люди смотрели «Я тоже хочу», смотрел кто-нибудь? Балабанова, да, тоже немного, ну как-то вы какие-то вообще не посвященные совсем. Смотрели, да? Ага, ну вот, и там, соответственно, я не играл, я не артист, и, в общем, была с Божьей милостью мне подарена вот эта роль музыканта, потому что изначально, как мне Леша Балабанов сказал, покойный, царство ему небесное, он сказал, что изначально планировались на эту роль Вячеслав Бутусов, Чергаков, Глеб Самойлов, и крайне был Леня Федоров. Но Леня Федоров в то время перед съемками практически дней за 10 приболела, скажем так, жена, и нужно было уезжать в Израиль, и нужно было найти одного из главных героев. И Леша мне позвонил, и вот я чуть не упал, я ехал как раз в репетиционный центр с другого наркоманского, вот я чуть не выпал из машины, потому что когда звонит Балабанов и просто задает вопрос, а не хочешь ли ты сняться в моем фильме, понимаете мою реакцию, я просто там рот открыл, и в общем как-то было такое состояние очень странное. И, соответственно, продолжил, что в эпизоде, когда те люди, которые едут в машине «Колокольни счастья», они там пристанавливаются у костра и пьют водку. И, кстати, когда я пил напиток, это, конечно, не водка была, это вода, у меня было такое состояние, как будто я бухал там вообще несколько месяцев. Может быть, психологически как-то, то есть я пил, это вода, да, вода, но я выходил из машины, меня так слегка покачивало, скажем так, да. И Леша говорит, он же спеет, это же музыкант, и предложил, у него такая мысль, не спеет ли мне голосом Федорова. Я говорю, представляете, я открываю рот, и картавый Леня Федоров, извиняюсь, прошу прощения, да, Леночка, я тебя очень люблю, да, поет что-то, говорю, давай сделаем так. А я хитрован такой, у меня была заготовочка такая, почти сразу, скажем так, да, у меня из старого творчества такая песня у нас была замечательная, я сам сочинил, извиняюсь, два названия «Сосет» и в скобочках «Полька», да, сижу один, вижу в окно, вижу сумерки давно и так далее. Я ему на одном аккорде, я играть не умею, и петь, как я тоже не умею, что-то приобрякал, говорит, что-то не то. И вот это стихотворение, которое было написано, сравнительно недавно, до съемок, слушай, говорю, а давай я вот эту, и вот тоже взял один аккорд образно, и я стоял в углу, полночь и так далее, и поэтому в связи с такой тематикой алкогольной, извиняюсь, это очень прикольно, конечно, про алкоголь говорить, ящички стоят, я сдавал в таких ящичках посуду, помню, как-то мы в Питере пили нещадно и попали в гости к какому-то хипаку, скажем так, я пил со всеми абсолютно, от бомжей до бизнесменов, бандитов там и всяческих других личностей, неважно, в общем, попали как-то к нему в квартиру, и все выпили, и денег нет. Он говорит, подожди, и он начал открывать шкафчики свои в квартире, и там практически вываливались бутылки, очень много. И мы сделали первую ходку в прямо посуды. И когда вышли, там такая очередь стояла, потому что мы очень долго ее сдавали,
И, в общем, где-то недельки две мы, наверное, все это сдавали. Но, в конце концов, он это самое, ну, не выгнал, в общем, мы распрощались. А потом кто-то мне сказал, что как бы, ну, помер он, короче говоря, ну, алкогольные дела. Вот, вот такие, да, штуки. А история звучит так. Я стоял на углу двух главных улиц практически в полночь. И мысли за мной тянулись, как старая сволочь, преследуя тень, мою дыша в спину. Нелепо подошли ко мне мужчины. И с дрожью в голосе и в руках я в их глазах увидел страх. Каково же было мое удивление, что это всего лишь злое похмелье. Я дал им денег, чтобы не испытывали муки. А один из несчастных поцеловал мне руки. Спасибо. Вот это, в принципе, была реальная история, это просто я очень люблю, не то что люблю записывать то, что со мной когда-то где-либо происходило, вот, но когда вот есть какие-то такие моменты, вроде ничего особенного, то есть я просто шел действительно в Питере по Литейному проспекту, и где-то на углу подошли люди, они все дрожали, как липки, вот, и я дал им денежку, и один из мужчин, прошу прощения, да, мне руку поцеловал, и потом через некоторое время это преобразовалось вот в стихи. Вообще стихи такая вещь очень интересная. Дело в том, что я очень не люблю себя, извиняюсь, насиловать и графоманить там тем уже писать стихи, но как мой учитель и друг Петр Николаевич Мамонов, он сказал, моей супруге сказал, что Виктория, заставляй его писать стихи каждый день. Ну вот меня что-то как-то я себя не могу заставить. А вот, и только если музыка как бы там прилетит ко мне, то я, конечно, буду очень счастлив, и тем более, что в принципе теоретически я и практически, в общем-то, готовлю третью книгу, но она будет такая немножко другая. Стихи будут, и вот как раз истории, связанные с моей жизнью, с поклонниками, которые вот, как сказать, такие не странные персонажи, но какие-то интересные. Ну, допустим, один из примеров, перед концертом я всегда стою, называю это продажный стол, я прошу прощения, он там в конце. Подойдете, пожалуйста, к нему после мероприятия. Ну, вот стою у продажного стола, и ко мне подходят люди, фотографируются, я всегда открыт, пожалуйста, расписываться и так далее. И после концерта в том числе. И подходят люди разные, с разными взглядами, с разным поведением, соответственно. И один из людей подошел, говорит, Олег Алексеевич, или Олег, я уже не помню, а можно с вами сфотографироваться? Небольшая пауза, пока вы живой. Да, но я спокуха, я как бы алкаш, ну, в смысле, да, бывших не бывает, но все равно я всегда принимаю все это с чувством юмора, скажем так, да. Или, допустим, ситуация, мы когда на планете собирали деньги для центра Горгулья, мы его построили, он уже все, уже практически открыт, вот информация в Питере, информация будет в интернете. Ну вот было. И был такой вот экскурсия с Олегом Горгошей, где в Питере я ходил с людьми по местам боевой славы, там Моргенштейна, там Сайгон, кинотеатр «Титан», где я работал киномехаником и так далее. И вот мы стоим на остановке, чтобы ехать уже в арт-центр Горгулья, там 3-4 остановки на троллейбусе. И такая картина, мы стоим с этими людьми. Вот, я вижу, что останавливается экскурсионный, наверное, автобус. Там девушка-экскурсовод, она через стекла вот этого автобуса так меня смотрит и открылся с открытым ртом на меня, выскакивает, вот, и пытается сфотографироваться, а там уже пробка, там уже троллейбусы рогатые, да, вот и так далее. В общем, но она успела сфотографироваться, но не успела сесть в экскурсионный автобус, потому что он уехал. Вот. Но такие моменты, они очень славные и приятные. Я вообще очень уважаю поклонников и людей, которые интересуются как бы мной и моим творчеством и вообще там и так далее, потому что я сам в свое время по молодости ходил на концерты различных коллективов в Питере и естественно к служебному входу и брал у многих музыкантов автографы. У меня в коллекции есть автографы Юрия Антонова, Клиффа Ричарда, Далиды, «Машины времени» и так далее, и так далее. И даже БГ есть, когда еще не был особо с ним знаком. Вот, поэтому я, естественно, всегда как бы иду навстречу, и для меня это никаких сложностей не представляет. И я, ну, как бы немножко не понимаю людей, которые, музыкантов, да, моих любимых друзей, и людей, которые, ну, не то что игнорируют, но многие говорят, что, типа, я не фотографируюсь, или я автографы не даю. Но меня как-то это немножко смущает, поэтому я открыт, в общем, делайте со мной что хотите. Ну, в хорошем смысле этого слова. Спасибо. Что с вопросами? Созрели ли вы на вопросы? А про Балабанова, вот интересно было с ним работать, и почему у него эту фирму последнюю, как сильно отличается от всех
Но, на мой взгляд, я просто свое мнение скажу, конечно, было интересно. Во-первых, я не артист, но, несмотря на это, мне как-то, видимо, Бог очень любит и дал мне много чего, да. Вот, вообще, как бы, есть такая теория или логика, что людям творческим и талантливым, да, Боженька дает там, как бы, талант, соответственно, там, в музыке или там, в художественном каком-то моменте, или еще что-то такое, а образно дьявол предоставляет некие другие услуги, да, извиняюсь, да, если в кавычках услуги, это наркотики, алкоголь и так далее. И я практически не знаю ни одного человека творческого, который никогда не пил сильно и который, извиняюсь, не сидел на наркотиках. Практически все, там 99%. И вот в арт-центре Гаргудель у нас такая стена, брат Мауэр, и у нас родители недавно, тоже подарок судьбы, появился человек, который придумал какую-то такую штуку, ну, типа, не ткань, ну, в общем, назовем это холст или как-то наклейка, но это не наклейка, то есть наклеивается на стену, он так как-то шпандоривает ее нельзя даже отмыть. И, соответственно, там на этой стене будет изображение, я хотел бы, чтобы это была картина, тех людей, которых нет с нами. Так вот, на нынешний момент, я посчитал, где-то 58 человек, Цой, соответственно, Янки Дягилев, Летова и так далее, там будет изображение. Вот, я считаю, ну, это благодарность тем людям, с которыми я общался, дружил и так далее. А про Балабанова, в общем, дело в том, что крайний фильм, ну, последний фильм, уже последний, да, я тоже хочу, он, соответственно, все люди, которые там снимались, это не актеры. Вот, и он, по своему времени, не очень любил актеров, если так можно говорить, потому что актеры, ты им ставишь задачу, режиссеры не ставят задачу, и они делают там с каким-то выражением, да, с толком и так далее. А я просто, извиняюсь, я открывал рот, он мне говорил лево, право, там, это, и так далее, не более того. И, конечно же, ну, прошу прощения, он тоже был подвержен, ну, как я в свое время, да, алкогольной ситуации вот этой. Вот, и он, ну, конечно, он пьяным не был каждый день, да, но он был так, да, ровник, я называю ровника, да, какое-то количество алкоголя всегда присутствовало, но пьяным не был. И, конечно же, если встретить Лешу так, в те времена там, на Васильевском острове, где он жил, да, у ларька или в бане, ну, никогда не скажешь, что он великий, даже не великий, а гениальный режиссер. Гениальный. Он ходил в косухе, в тельняшке, ему все было вообще по барабану. Вот. Но человек, сам человек, и, естественно, сам режиссер, он, конечно, просто очень гениальный. Вот. А фильм, ну что, видимо, он, возможно, образно замаливал грехи за, ну, за те фильмы, да, которые он снял в свое время. Ну, как замаливал? «Груз 200», «Морфий», да, там, «Кочегар», там, такие, ну, жестковатые, даже жесткие, скажем так, да. И очень много совпадений после его смерти. То, во-первых, он умер совершенно так же, как в фильме. Совершенно так же стоял его портфельчик рядом с телом. И помимо этого, это просто фантастический момент, когда через 40 дней та колокольня счастья, она просто упала именно на 40 дней, то есть разрушилась. Она стояла больше там сотни лет, скажем так, да. Но такие моменты, ну, это же мистические, но они непростые, скажем так. Вот. Еще что-нибудь скажете? Так, пока нет. Ну ладно. Тогда стихи почитаем. Мальчишка-оборванец пришел домой ранец, забросил под диван. Достал стакан и чаю налил, не замечая, что прямо на диване сидит девчонка Майя. «Ах, Майя, я растаю», — сказал мальчишка, зная, что-то доставая, он чаю пригубил. На что девчонка Майя совсем не замечает, что хитрый безобразник себе вина налил. Покрылся уже краской, мальчик стал прекрасным, и плечики исчезли с противного лица, и Майя вся раскрылась, как будто ей приснилось, не Майя она вовсе, а девица краса. Налил мальчишка Майе стакан такого чая, и Майя раскраснелась, как яркий апельсин, и вся одежда разом летала по квартире, и в этом безобразии всем было хорошо. Но вскоре на линейку пришла девчонка Майя с огромным животом. Она в порыве страсти ударила мальчишку большим и грязным ранцем и прямо по башке. На что мальчишка сразу не хлопнул даже глазом, из пены обильно ударился о пол. Теперь девчонка Майя приходит на могилку сыночком-оборванцем каждый выходной. Мальчишка поливает желтые цветочки и стакан из ранца все время достает. Спасибо. Ну, это такая зарисовка в свое время, это как раз вот такой достаточно сильно пьющий момент, это 28 ноября 91 года.
То есть это стихотворение из моей второй, наверное, книжки «Мальчик как мальчик». Такая книжка, но она уже раритетная совершенно, потому что там, соответственно, стихи и мемуары. Вот, ну и сложно очень достать, такая зелененькая, такой, с таким окошечком, очень, очень кайфовая, но нет ее больше. Но есть вороны зато, так что если у кого есть возможность приобрести, приобретайте. Мне моя красавица тапочки купила, теплые, пушистые, как хвостики котят. Котики смешные, как моя красавица, как их не упрашивай, кушать не хотят. Где ты, мое солнышко, освещаешь комнату, там моя закрытая девушка грустит. И в горшочек маленький посажу я зернышко, и от вестих мыслей пусть меня стошнит. Пусть я стану тапочком или, может, хвостиком, но уж вряд ли дождиком или желуной. Я хочу быть досочкой или просто мостиком, чтобы ближе быть мне с тобой. Спасибо. Она смотрела на мужчин без осмысления причины, взглядом очень тонким колола их иголкой, и делала прически, и мерила наряды, и жгла свои расчески, чему была и рада, вела свои записки, и там стихи писала про счастье и риски, свет большого зала. Во сне была актрисой, и красотой душила, и старые кулисы с печалью долго шила, шила, шила. Спасибо. Очень, конечно, большое количество стихотворений, это очень, в большинстве своем, на любовную лирику. И что самое интересное, когда твоя любимая девушка, допустим, хочет уйти, стихотворения пишутся просто вообще. Там, а когда она не уходит, они не пишутся. Поэтому здесь, извиняюсь, палка о двух концах. Ну, может быть, они и сами, конечно, пишут, да, там, баллады, там, или еще что-то такое, но вот как ни странно. С другой стороны, можно сделать так, допустим, девушка уходит на пару-тройку дней, ты быстро записываешь стихотворение, потом пытаешься ее возвратить, но не всегда это получается. Но у меня это всегда получается. Я хитрован. Вот, вообще, ну, прошу прощения, как про тональность будем говорить, у меня такая не то, что смесь, моя бабушка, она... Белоруссии, Царство Небесное, а дедушка с Украины. Вот. Папы нет, и национальность папина я совершенно не знаю какая. Поэтому мне возможно и здесь еврейская, может быть польская, может быть какая. То есть Белоруссия, Украина и вот под вопросом. Вот. Так что непонятно. Вот. Но я, знаете, по жизни как такой, знаете, не то что Иванушка дурачок, я совершенно... Сейчас я сформулирую, не от мира сего. Вот. И поэтому, возможно, я такой. Так что принимайте, какой я есть. Вот. Спасибо. Немножко мрачняк. Опять же, вот такой период был запойный, ну, такой очень серьезный, где-то с 90 по 96, как я завязал. И многие стихотворения, вот одно из них более-менее веселое, 91 года про мальчишка-оборванцев. Но в большинстве своем они такие, в общем-то, грустноватые и такие депрессивные, скажем так. Вот, допустим, вот это стихотворение, оно звучит так. «Я забыл свой дом». И мне не спится. Голова болит, пора в больницу. В тишине ночи и в мрачных тенях я хочу припасть к твоим коленям. Я хочу узнать, где юг, где север, где поют взахлёб одни евреи, где одежды шьют и чтут молитвы и готовят меч для новой битвы. Я совсем пропал, я глуп без песен, я устал светить, меня повесить. Да веревки нет, а вдруг найдется, может быть, когда-нибудь придется. Я забыл свой дом, забыл свой угол. Как последний пес я все продумал. В тишине ночи и в мрачных тенях на моих руках овал для шеи. Так. Ну, видите, да, вот такой как бы... Ну, здесь такой стихотворение, допустим, да? «Сделай мне знак, сделай не так, зад вперед, вперед назад, это факт. Ты мне говоришь, я не мой, ты меня осудишь, я кривой. Вырежь мне язык, съешь мои уши, ты меня не слушай, кушай».
Вот солнце светит надо мной, и мы с тобой идем домой как можно дальше. А я такой же молодой, и в небе шарик голубой, как было раньше. А мне как прежде наплевать, и нам нужна одна кровать как можно шире. Но я не буду осуждать, что вместе мы с тобой опять в одной квартире. Спасибо. А на коленях лежала рука, а спину мне упиралась клюка. А на заборе сидели друзья, а из-за леса бежала река. А под колеса попала трава, и это выдумал я. Спасибо. Запутал небо, укрыл края, где не был я и где есть я. И ни удача, и ни земля меня не примет, как всегда. Пошли все к черту, а я на средней полосе тихонько жду, и эти все идут, кричат или громко спят, и учат старых октябрят. Пошли все к черту, и утром ранним набегу, я душу бережно храню и обжигаюсь на ветру. Пошлю всех к черту. Спасибо. Вот как раз вот это стихотворение, оно преобразовалось через, сейчас скажу, в 92-м году записано, 21 октября написано, и вот в 18-м году это стихотворение преобразовалось в песню, не только это, а еще и другие, и эта песня звучит в альбоме «23». И вообще очень удивительно, когда я записывался, было такое странное очень состояние, вот, и я как бы говорю громадное спасибо, низкий поклон Андрею, Антону Макару, прошу прощения, Антону Макару, за то, что он написал музыку и подобрал стихотворение образно под мой волшебный голос, кавычка, конечно. Вот это очень, спасибо ему большое. Вот, если опять же повторюсь, будет у вас возможность, приобретите, этот альбом уже вышел, он здесь. Вот, и конечно же, стихотворения звучат под эту музыку замечательную, да, очень мелодичную, красивую. Как-то, не как-то, а по-другому совершенно, просто по-другому. Вот. И я скажу без зазрения совести, что в этом альбоме есть такие хитяры, что я когда записывался, потом несколько дней ходил и пел одну какую-то песню, или там, несколько песен, ничего так сложилось. Вот. Ну, здорово. Антон, спасибо большое. Спасибо. Клип — это вы, да, это Филипп Сологуб, да, я слышал ваш голос, он тоже поучаствовал идеей как бы данного альбома, потому что если не советы Филиппа, возможно, этого альбома бы и Алены никогда бы и не случилась эта запись. Вот, вы же знаете, я же не пою. Вот, так что, может, как-нибудь получится, нужно как-то репетировать, что ли. Вот. А я репетировать не умею. Не люблю, вернее, да, совсем. Так, нет, еще рановато. Что-то случилось со мной, было не так уж давно. Голос мой робкий и тихий, нежно шептал и краснел. Знаю, таков мое дело. Слух говорит, что хочу, Боже, опять полечу. Надо вернуться назад, свой затерявшийся сад, к яблокам сладким в траве. Хватит, наверное, к тебе. Спасибо. А вот, кстати, после вот этого замечательного мероприятия, я так думаю, если получится, можно будет включить вот этот диск, который записан, вернее, альбом 23, и если вы еще не разойдетесь, под пивасик, там, может быть, еще чего-то, вы это послушайте. Вот, вот, да. А, спасибо. Много не пейте тут. Хорошо. Так, секундочку, сейчас. А вопросы есть какие-то, может быть, уже? Олег. А, да, он отлично. Это не совсем вопрос, а можно лампу чуть-чуть подвинуть? Туда? А давайте что-то сделаем меня так. Меня говорящая лампа. Чуть-чуть, так, что вас жарит. Нет, спасибо. Там мне ничего там не подсветит? Ну я же панк. Вы раньше сказали бы. Простите, да, я не догадался. Ну, вопрос хороший, спасибо. Пойду, пройдусь по улице, да с ножиком в кармане. И небо будет хмуриться, моя душа в стакане. Девчонки разбегаются от красоты моей. Мне ничего не нравится, я маленький злодей. И были бы причины на это у меня, но в день моей кончины не приведут коня. А я пройдусь по улице, глазенками блестя. И звезды будут хмуриться, сердиться на меня. Спасибо.
Пусть будет у меня немного солнца, пусть будет у меня большая птица, красивая такая и певчая притом, пусть будет у меня прирыжая лисица и маленькая мышка с большим котом, пусть будет у меня немного неба, пусть будет у меня святая дева, пусть будет у меня немного солнца, пусть будет у меня большая птица. Спасибо. А фиг он знает. Может, и романтики, не знаю. Но у меня разные стихи. Если такие, в общем, не совсем романтические, внутренние. Может быть, я как бы сейчас найду. Вот, идите, я так листаю, просто по интуиции, допустим. Состоишь ли ты в членах? Записался ли в тройку сильнейших? А какая кровь у тебя в венах, а какие планы в дальнейшем? Завернули бутылку в бумагу, а ударить позволит отвага. Не попробуешь, но попробуешь юную деву и свернешь переулком налево. Нет, ты хороший, не мальчик, ты как в сказке серенький зайчик. Все бежит и бежит куда-то, а тебе это надо? Спасибо. Тоже романтик, да? Что-то не то. Так. Так, сейчас, ну, пожестче хотите, да? Нет. Это как в сексе, да? Пожестче или помягче? Так, простите. Так. Пусть будет. Что-нибудь сбылось, что есть. Ну, вы знаете практически все. И птица большая? Ну, птица я, если вы не в курсе, фамилия Гаркуша, моя фамилия Гаркуша, да, она с украинского, опять же, переводится как ворона. Так что считайте, что изначально, когда родился, я уже как бы уже маленьким образом вороненком там и так далее, и так далее. Да и на сцене, если вы меня, конечно, видели, а вы видели, я так думаю, да. То есть у меня такие движения возможны, но это не специально, это просто чисто физически, психологически, да, это все. Воронье во мне есть, да? Ну, может быть, вот это тоже что-то такое. А я люблю здесь штуку ставить. Вот, чтобы народу было весело, идешь, а бабушка улыбается. Это же здорово. Мне как-то бабуля подошла, говорит: Олег, вот в Сайгоне много лет назад, а вот у вас пейсы были такие длинные, а сейчас только бы сбрили. Вырастите, пожалуйста, да, пейсы, вот ее называют, да, вот это пейсы, поэтому, следуя совету бабушки, я пейсы больше не то сама. А когда в советские годы был, знаете, может быть, это ностальгия, может, и что, тут меня забирали за внешний вид, называлось, да, по 3 раза на дню, и я и мои друзья, которые тоже были такие пейсы, была такая челка до полу, просто такая, вот, и... При виде милиционеров или там оперативников, да, мы делали, сейчас скажу, покажу, вот так, вот пейс, вот тебе пейс, а ты хоба вот так за ушко, так, ля-ля-ля, ля-ля, потом раз, обратно, потом ля-ля-ля, ля-ля-ля. Вот, ну были забавные моменты, мой дружбан Алиса Галтел из группы «Народное ополчение», тогда не было сейчас, знаете, называемые «Азовские волосы», сейчас все ходят зеленые, там синие, там желтые и так далее, да, а тогда вообще не было никаких вот этих красителей таких, ну может быть не были, конечно, но не такие, как сейчас, и он ничего проще не придумал, как взять просто зеленку и зеленкой покрасить волосы. Ну вышел на улицу в замечательную питерскую дождливую погоду. И все зеленое лицо стало. Вот. Ну, через некоторое время от носа, конечно. Вот. Но это забавно, на самом деле. Вы, знаете, вы будете смеяться буквально там на пиджак или на какой-то свитер, там, одевая булавку, допустим, да, цепляя. За булавку могли забрать, просто за обычную булавку, ну, типа панк-рок там и так далее. А про серьги, там, цепи я вообще молчу. Вот, поэтому... Но при этом было очень классно. То есть был такой дефицит, во-первых, общения, и все собирались в определенных местах, в том же Сайгоне или в каких-то других, вот, и помимо этого не было вообще ни музыкальных инструментов, ни журналов, ни пластинок, и поэтому мы жадностью ловили вот все эти, как бы, новости, скажем так, да, будь то, опять же, в Сайгоне или еще где-то, вот, и, конечно же, не было интернета, а сейчас все есть. Общения, на мой взгляд, мало, понимаете, вот, и все эти, и называют это коробочки или сталки, да, вот, и ходят, как вот эти роботы, да, ну, может быть, это по-стариковски, простите, да, но я в интернете не живу, хотя, конечно, у меня и фонда Гаркунди, и Арт-центр есть, и Facebook, и 100 грамм, я не знаю, 100 грамм, да, вот, Instagram 100 грамм, да, и так далее, так далее, Wi-Fi, Hi-Fi, вот это, да, вот, на халяву это Wi-Fi у меня, вот, я по-стариковски, сейчас вам телефончик покажу, у меня просто постой, телефон, как бы, для чего предназначен, для того, чтобы звонить, вот обычный телефон,
Возможно, да, вот-вот. Вот. Но каждому свое, простите, да, кому-то не сталкер, а кому-то обычный телефон. Ну, я больше люблю поболтать. Вот. Олег, да. Вопрос. Да. О Подольском фестивале расскажете что-нибудь? Подольский фестиваль, вы знаете, мы были не на первом фестивале. Первый фестиваль самый, он его называли еще Устрик, да. Вот. И мы, к сожалению, почему-то, непонятно, мы там не выступали. Но были мы на втором фестивале Подольском, где я так смутно помню, потому что я тогда как бы пил как собака, да, и я помню, что шел дождь, я читал стихи, а Юрий Юлианович Шевчук держал надо мной зонт. Вот. Я вот это помню по сей день. Вот. И мы, не помню, играли мы, не играли, потому что шел очень жуткий ливень целый день, и поэтому, возможно, чисто аппаратурно как-то, может быть, не получилось. Но... Там еще и Егор Летов был, да, по-моему. Ну, я не очень помню. Понимаете, когда человек пьет, он не всегда все помнит. Вот, так что еще раз советую, дорогие друзья, не очень увлекайтесь, да, алкоголем, да. И... Нет, вы будьте, но в меру. Хорошо? А, будете? До свидания. Нет, на первом, когда меня замечательный Прохор сюда пригласил, творческий вечер, все было нормально, но где-то уже под конец, я надеюсь, что этого не случится, знаете, как в пчелином улье уже стало так вот, да, вот. Ну, это же это самое, да, вот, понимаете, правильно, профессионал, по нарастающей. Вот, так что, аккуратненько, ага, ну, задавайте вопросы, мне интересно поболтать, стихи я тоже почитаю, не волнуйтесь. Не стесняемся. Вы знаете, опять же, по алкоголю, алкоголь же по-разному его себя ведет, да? Допустим, если ты, ну, не то, что не умный, ну, как бы, не особо фразами философскими изъясняешься, да, то, когда ты выпиваешь, когда человек выпивает, он думает, что он такой умный, что он Сократ, он да-да-да-да-да-да-да, и, кажется, он это одна фаза, да. А другая фаза, допустим, это уже более вот я когда пил, да, мне, слава богу, везло, то есть я пил, спал, вот, ровненько. А есть варианты, дай бог, этого если случится, когда человек там сразу выпивает и становится, ну, Шварцем, там, столом, да, вот это, конечно, на мой взгляд, не есть хорошо, вот. А зависела ли ваша творческая продуктивность от количества выпитого? И если да, то в какой мере? В какой плоскости? Ну, вы знаете, я даже не знаю, как сказать. Дело в том, что я уже выпиваю много лет, и если говорить о моих странных танцах, да, то есть я так же странно танцую, как танцевал раньше, да, будь я тогда подвыпивший или еще что-то, да, и масса прецедентов, когда люди мне говорят, да, или мне говорят, или моим друзьям, что он что-то там бухой, там, или он обколотый, или он там обкуренный, там, и так далее, сейчас, на мои 30, потому что танцы, они, конечно, такие очень странные, скажем так, да. И я расскажу вам забавную историю, которая будет уже в книжке, когда мы были в Америке, и один журналист написал статью, он был на концерте, и он пишет, замечательная группа, все классно, но все музыканты что-то употребляли. Допустим, Олег Аркушев употреблял кокаин, Леонид Федоров героин, там кто-то и траву покурил, кто-то еще что-то. И он далее в конце пишет, но единственный музыкант был нормальный, это барабанщик группы «Аукцион». Вы будете смеяться, но барабанщик «Аукциона» был с такого бодуна, страшнейшего. То есть, видимо, ему показалось, тому журналисту, что как бы сел под наркотической какой-то фигней, а барабанщик такой светлый и красивый, а боль было так плохо. Так что здесь тонкая история. И когда, конечно, вы знаете, я стараюсь, у меня был прецедент, когда я посмотрел концерт какого-то 91-го года и смотрел не больше 2-3 минут. Не то, что я очень сильно пьяный, я выпивший. Но сейчас я, ну, смотря это изображение, я в ужасе. То есть такой кривляк, а там, да, друзья, как дела? Ну, неприятно. Поэтому, ну, было, да, грешен, но что делать? Жизнь есть жизнь, никуда от этого не денешься. И, соответственно, опять же повторюсь, вот трезво, разительно отличается жизнь как бы с алкоголем и жизнь без алкоголя. Вот я вам по чесноку вам говорю, разительно. И только положительный момент. Это ни в коем случае там не пропаганда трезвости или еще чего-либо, но просто вот как человек бывший, как бы не бывший, а тогда в то время как бы вот это всякие неприятности вытворял, да, и сейчас большая разница, большая. А что
что вытворяли? Все вытворял. Вы смотрите, да, Васик, поругался с девушкой на Невском проспекте, да, идет троллейбус. Я типа Шварц, да, или кто-то такой, я хочу смотреть троллейбус. Я убегаю перед троллейбусом. Первый вариант. Второй вариант, вторая история, допустим, мы идем в гости там к моим друзьям, алкашам, да. Вот, они живут на третьем там, этаже, допустим, да. Девушка звонит в дверь, вот, я вишу в пролете третьего этажа и говорю, здрасте. Такой вариант, допустим, да. Ну, как отписать это вообще, извиняюсь, да, на кого-то или куда-то. Это нормальная история. Вот. Поэтому, вы же понимаете, да, с одной стороны смешно, с другой стороны, простите меня, не очень. Так, дальше. Выйду на пляж с девочкой, буду играть с ней в салочки. Буду отсчитывать палочки, щекотать ее веточкой. Буду я бегать по морю, кидаться медузами, но моему горе никто не поверит. А солнышко ласково щурится, и пятки мои щекочет, и сигарета курится, и девочка славно хохочет. Спасибо. Ну, вот такое, в общем-то, невеселое стихотворение сейчас я прочитаю. Ох, тяжко мне тяжко, он скажет однажды и выпьет немного рому с одним незнакомым. Потом пойдет к нему в гости, будет пить и петь песни, и слюной обливать кости, и не выгнать его, хоть ты тресни. А потом придут девчонки с накрашенной яркой помадой, подымая свои юбчонки, хохоча и крича «Так надо!». А на утро, проснувшись от боли в голове, да и там, что пониже, он скажет «Нет у меня воли!» и плачет, глядя на крышу. Спасибо. Выбрать меня надо, как в ясный солнечный день у решетки детского сада. Взять и снять штанишки, и всыпать по первые числа, чтоб до боли смеялись мальчишки. А сейчас я взрослый мальчик, и делаю все, что хочу я, и бегаю, как серенький зайчик. А куда бегу, не знаю. Если бы знал, остановился, и тогда бы сбился. Спасибо. Ёлки-палки, сосны, пни, где вы, люди? Мы одни. Мы с тобой одни гуляем, нашу зиму провожаем. Провожаем и поем, в город дружно мы идем. За спиной лес могучий, в облаках орлы летают. Ёжик бегает колючий, змеи тихо проползают. Пни и сосны, палки, ёлки, все до боли просто. А во мне одни иголки, не считая роста. Спасибо. Уверен в себе, я уверен, хорошо, что не болен. Но этот слух непроверен, и я не обеспокоен. Но я не опечален, и путь мой совсем не сладок. И в груди древних развалин найдется масса загадок. И стая моих ошибок плетется за мной, хоть ты тресни. А я весь в соплях и ушибах пою свои странные песни. Спасибо. Зарубите себе на носу, я не буду таким же, как вы. Я себе свою веру несу, мне не хочется с вами, увы. Мне не нравитесь вы ни капли, убегаю от вас конечно, и как волк от собачьей травли пропаду и спрячусь навечно. И искать меня право не стоит, потому что вам это не надо. Моя смерть лишь меня беспокоит у решетки летнего сада. Спасибо. Сколько у меня недостатков, а сколько их надо. И какие у меня достатки, нет ли у меня брата. А какого цвета моя кожа, я думаю, наверное, белая и яркая красная рожа. Видно, что она слишком зрелая. Только жизнь моя жестяночка каждый год мне ставит палочки, а в небе летает ласточка, и я тащу свои самочки. Спасибо. Ну вот это совсем жесткач. Ну не жесткач, конечно, так, ну, так, ну сейчас услышите. Выйти на улицу подышать воздухом. Потом во двор, но с помойным ведром. Потом за пивом, потому что рядом. Потом за сыном из детского сада. Потом вернуться, посмотреть телевизор. Поесть от пуза, пиво напиться. Немного поспать, протянуть кости. Приготовить закусь, придут гости. Водку в холодильник, селедку порезать. Луку наесться, соседку зарезать. На пол свалиться, хохотать до упаду. Зубы чесать, расточать запах. Тупо смотреть,
Где же засада? И не заметить парней в белых халатах. Спасибо. Ну, это белочка. Это про белочку. Он взглянул на серые крыши, потом на синее небо. Потом он увидел, что мыши грызут его старые лыжи. Потом он увидел панаму, когда ему было 7 или 8. Затем он увидел пижаму и вспомнил желтую осень. Конечно, достал он альбомы, где много друзей и знакомых, что рядом у старого дома он встретил рыжего гнома. А гном, так слегка улыбаясь, сказал ему тихо и странно: «Живи ты, мой мальчик, и кайся, что было смешно и забавно». Спасибо. Детская. Поймал котенок крысу, случайно так поймал. Хотел повеселиться, не думал, не гадал, когда увидел тушку с закрытыми глазами. Подумал, съесть бы сушку, а крысу ешьте сами. Спасибо. Посадили меня в бочку и забили ржавыми гвоздями. И на этом поставили точку. Вот и живи ты со своими бледями. Простите. Вот напасть какая, завтра вроде уезжаю, и совсем не близко от самых близких, от друзей и от жены, и от тех, кто так больны, от бесчисленных любовниц, что похожи на покойниц, от себя, что как трупак, только пахнет просто так, все не может разложиться, а мне так хочется любиться. Спасибо. Спасибо. Серый козлик по тропинке. Долго шел, спотыкался, и смешно так по старинке песни пел, улыбался. А вокруг смеялись звери, кто от сердца, кто от злости. Мудрый козлик был уверен, будут целы его кости. Но тропинка оборвалась, и упал наш добрый козлик. А река вовсю старалась, и качался старый мостик. Спасибо. Решиться на такое сложно. Подумать надо, поразмыслить, движение сделать осторожно и очень много выпить. Потом так сильно целоваться, что посинели губы, и очень долго раздеваться до самой высшей пробы. И очень страстно наслаждаться, дарить друг другу комплименты. А вскоре думать и терзаться, кому я должен алименты. Спасибо. Девочки, да, молодцы, поддержали. Давайте поболтаем. А то я язык устал. Ну, в смысле, читать стихи. Да. Да. А, оп, а, оп. Давайте, давайте, давайте язык. Да. Очень хочется услышать ваше отношение к Питеру. Кому? К Питеру? Ну, какое мое отношение? Знаете, не то, что забавная история. У меня в паспорте действительно записано, что я родился в городе Ленинграде. Да, я очень этим горд, потому что Ленинград, ну, Санкт-Петербург — это все замечательно, и Питер, ну, все мы называем по большей части Питер. Но Ленинград, детство, юность — это Ленинград, да. Детство мое — это Автово, если кто в Питере, да. Юность — это веселый поселок, вот, это леса, выдры, грибы там и так далее. Это веселый поселок, ну, это понятно, что надо, не дача, как бы это там жил. После Автово мы переехали в отдельную квартиру. Чуть позже, через 20 лет где-то я уже перебрался в центр, это Некрасова, Жуковского там и так далее. То есть, ну, как Питер? Питер это я. Вот. Питер замечательный, да. И тут я прошу прощения, не за хвастовство, просто совсем, я, конечно, не скажу, где это, естественно. Моим соседом по жизни, видимо, через дом живет Константин Евгеньевич Кинчев, да. Вот. И он знал, и я знал, что он там живет, и я жил рядом, да. И мы тут встретились недавно, просто выходили как бы из одного места, вот. И что-то немножко, чуть-чуть, там, Москва не важно, говорю, какой воздух, ну, в смысле, воздух не экологический воздух, да, а воздух Питера, не в укор, естественно, Москве и москвичам, ну, простите меня, ради бога, вот, он другой. Но метро, если он целый день в метре вашем катался, да, нет, хорошо, мне очень красивые станции, да, замечательные, я был и на Речном вокзале, и сегодня был на Ленинском проспекте, да, вот, и на Вернадского, проспект Вернадского, тоже завтра я уезжаю вечером с Апсами, вот, но Питер есть Питер, нет, ребята, Питер есть Питер, Москва есть Москва, ну, как-то так, вот, слушаю вас. Вы, кроме Питера, Москвы, часто туда приезжаете, в Россию, и что вообще творится?
Ну, понятно. Но мы сейчас группа «Аукцион» не так часто ездит, но где-то у нас там 2-3 концерта в месяц, и, как правило, это Москва все же, но иногда мы куда-то выезжаем. Но интересная как бы логистика такой, то есть не логистика, да. Допустим, Лондон, Воронеж, Минск, Тель-Авив, там, да, или еще что-то такое. Да, 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 собирают, слава богу, да, и собирают, собирают. У нас приходит, конечно, группа такая не совсем супер медийная, да, как мои друзья Би-2, или Сприн, или Мумитроль, или Ленинград, да, а вот, который, если вам интересно, первый альбом «Пули» продюсировал Леня Федоров, и они записывались у нас тогда на репетиционной точке, и я их представлял в одном из баров Питера. Олег Горкуша представляет группу «Ленинград», и когда они первый раз приехали в Москву и вступали в интернете, есть забавный концерт в ДК Горбунова, вот, на разогреве, да, играла группа «Ленинград», без Игоря Вдовина и без Шнурова практически, потому что сложилась тогда такая ситуация, что они поехали вот на концерт, на первый свой концерт, но Игорь Вдовин не поехал. И поэтому Леня Федоров в поезде выучил, как бы выучил слова, да, и он знал, вернее, потому что он записывал альбом слова группы «Ленинград» Сережа Шнурова, и в большинстве своем пел Леня Федоров тексты группы «Ленинград». Вот. И, ну, в общем, мы ездим, конечно, это славно, слава богу, дай бог, и силы еще, да, и ездить, и все остальное. А просто может, да. Молодая, она вообще воспринимает опцию? У нас, нам повезло, у нас на концертах и молодая, и не молодая, да, и детишек приносят, и девушки уже беременные впитывают звуками, да, передают, да, так что у нас как бы вот так все, вот так вот, но это здорово, да, мне очень нравится, и у нас публика такая, ну, интеллигентная, такая хорошая, отзывчивая, вот, вот, да. Ленинград собирается сейчас в тур по стадионам. Чего я хочу? Ленинград собирается делать тур по стадионам, сначала по Спартакам, потом в Питере соберется. Когда аукционы разрешат? Ну, знаете, мы не стадионная группа, конечно, в свое время мы когда-то участвовали в различных фестивалях, там, у каких-то там «Крылья», там, или еще какие-то, вот, и, да, прикольно, конечно, когда много народу, но при этом, ну, вот я иногда, меня приглашают вести фестивали, и, конечно, когда очень большое количество людей, как в Самаре был фестиваль замечательный «Рок над Волгой», и в крайний фестиваль, когда «Рамштайн» выступали, вот я не совру, мне просто организаторы говорили, было 700 тысяч человек. И когда здесь я выхожу на сцену, просто вообще просто там не видно никого. Вот, ну и такое ощущение, да. Но группы по-разному любят и на стадионах, соответственно, играть, но мне нравится больше в клубах, конечно, когда вот рядышком все как-то. Ну, камерно, ну, скажем так, камерно, да. Олег, жена просила спросить, вот, особенно в ранние годы у тебя прикид очень похожий на Хармса, просто это было сознательно или это просто природа такая? Если ты имеешь в виду первый костюмчик, да, с брошечками с этими? Вот, например, вот майка с фотографией Путина где-то на углу, проезд до Минска стоит, очень Хармсообразный вид. Я понял. Это фотография, значит, смотрите, фотография, где я стою на углу улицы Альминского, и есть футболка, опять же, прошу прощения за рекламу, можете ее приобрести. Это 4-й рок-фестиваль, 86-й год, я так ходил по улицам, то есть у меня был зонтик за 3 рубля из комиссионного магазина, у меня был пиджак, который тоже из комиссионного магазина, у меня была одна брошечка и такая пластмассовая табличка с надписью «Опергруппа», я выключил у девушки-охранницы в Вильнюсе, если не ошибаюсь, вот, и белые носочки, белые перчаточки, там зонтик с бамбуковой ручкой и так далее. И я так просто ходил по жизни. На меня вязали, конечно, и соответственно. И, конечно же, я сам издатель читал, и в том числе и Хармса, конечно же. Но я никогда как бы не задумывался, чтобы, я извиняюсь, такое слово, закосить под Хармса, да, или еще как-то. Ну, я так как бы это самое. Я просто первый костюм, который у меня был, еще такие были сиреневые обшлага или обшлаги, не знаю, я увидел потом позже у швейцара ресторана «Москва», где находилось кафе «Сайгон». Вот. И купил за 20 рублей этот костюм, и
И потом через это время брошки стали прибавляться, и сейчас вот этот раритетнейший визуальный костюм, вернее, тот первый, уже третий, допустим, да, он висит в музее, а в центре Гарпунгеля, по стеклу, там, ну, не бронированным, конечно, но в недоступном месте, но он виден, естественно. Вот, так что тогда мы одевались в всех комиссионных магазинах, или на так называемых, ну, не блошиных рынках, но где-то у бабушек, да, и вещи, которые нам были прикольные. У меня был такой интересный плащ, я даже не знаю, что он сделал, типа из бумажной кожи. То есть как бы кожа коричневая, но как бы и не дермантин, какая-то странная штука такая, да. И я вот это, соответственно, плащ, я некоторое количество лет носил, потом я купил, очень долго копил 60 рублей, и купил себе плащ из дельфиньей кожи. Вот со толщиной в палец, мне так сказали, что это из дельфина плащ. Вот пуговицы практически не застегивались. А я его не вешал на какие-то вешалки, потому что они все время обрывались, и я его ставил в угол. Он просто стоял. Вот я брал плащ, он как грамм 10-15 весил, я так его, как девушку здесь, постой, дружок. Вот, и я ставил его. Я любил все такие какие-то странные вещи, какие-то странные. И меня назвать панком сложно было, битником, тоже как стилягой, тоже как-то, ну, какой-то некое совокупие вот всех образов стилей, но, наверное, можно ко мне применить и выражение слова «фрик», допустим. Можно, да. Вот, но я это делал не специально, я делал это от чистого сердца. И у меня эта история появилась, когда я первый раз попал на концерт. Я ходил на концерты различных демократических групп, еще каких-то. Но когда я попал где-то, не помню, в 81-м году или 82-м на концерт группы «Россияне», я купил в кассах два билета в Зеленом театре. Но был всего один концерт. Из-за фотографа Наташи Васильевой, которую ты, Аня Коврига, знаешь, да, который стал сразу, что мне не дайте фотографировать там и так далее, его еще повязали. Вот, и некоторое время концерт не начинался, потому что там были, ну, как в фильме, сейчас какой же фильм, это «Окно в Париж», наверное, да, где просто приехал главный милиционер города с медалями, там, со всем остальным, и говорит, что ваш Элвин Пресли, Элвис Пресли там, да, и так далее, да. Но все равно они понимали, что если не будет концерта, то будет не убийство, но будет не очень хорошо. Вот, но концерт все-таки состоялся, и Жора Ардановский, лидер группы, который потом через некоторое время исчез вообще бесследно, никто не знает, куда он вышел в Новый год. Вот, но и тогда я увидел хипатов, там, бриты каких-то, и еще каких-то очень странных персонажей в одном месте, а я был просто такой тюти, да. Вот. Я как-то изменился, не знаю как. В общем, я уже стал как-то так одеваться по-другому, и у меня, естественно, компания была замечательная. Все многие покойники, прошу прощения, Андрей Панов, «Свинья», или Алекс Оголтелый, и Моти, и Вилли, и Скандал, и все кликухи, да. А вот, и мы просто безумствовали, но в хорошем смысле, мы залезали в дома капремонта, да, бегали по этим комнатам, да, где никто не живет, по крышам, и играли в войну, допустим, да, войнушку. Ты убитый, не бегал в детстве, скажем так, да. А вот, и был тогда замечательный человек, начинающий режиссер, хотя он режиссером не был как таковым, в смысле он для себя, он снимал на 8 миллиметров, это Женя Юфит, Евгений Юфит, и вот если вы в интернете найдете первые вот его съемки, просто вот этих всех панков и так далее, он снимал там в лесах где-то под, ну, в пригородах, скажем так, но это вообще, и потом он стал известным режиссером, и некрореалист или что-то типа этого, вот, да. Вот, и эти, даже был некий закрытый просмотр у него на квартире под, ну, 8 миллиметров, экранчик, или простынь, не только экранчик, простынь. Вот, и через там 10-15 минут был вызван милиционер, и там всех повязали, соответственно, да. Под рок-н-ролл он показывал вот это свои замечательные произведения. Ну, время было классное и замечательное, золотое. Вот. Спасибо. Еще какие-то вопросы? Да. Дасти. Лариса, у меня вопрос свой, но вы проходили реабилитацию в Америку, говорили. А расскажите, как вы попали? А, хорошо. Да. Вот как раз в данном месте рюмочной зюзины про реабилитацию обязательно с удовольствием расскажу. Дело было так. Значит, смотрите, как ни странно, вот я первый раз, ну, грубо напился. Вы сейчас будете смеяться, где-то в 21 год, наверное, да?
Вот. Есть алкоголизм приобретенный, есть, ну, как бы, зависящий от твоих предков, скажем так, да. Вот я не знаю, пил ли мой папа, не пил, не в курсе, но первое время я вообще практически не пил. Но в связи с творческой деятельностью, скажем так, да, началась такая бурная наша концертная и выездная деятельность где-то в 86-м году. И это вся страна, есть тогда Советский Союз и так далее. И в каждом городе, соответственно, приходили люди к поездам с подношением, в номера, там, да. Юра Хой ко мне заходил в номер как-то в Воронеже, и берем мы костюмчик с медалями, с брошками, и спрашивал сейчас, как бы стать ему звездой, скажем так, да, Сектор Газа, Юра, покойный. Вот и так далее, и так далее. В каждом городе все это происходило. И уже такой уже не всплеск, такой алкогольный уже такой жесткач пошел где-то с 90-го года. И когда перестройка там, и спирт-рояль, у нас, кстати, в арт-центре Горкуделя за стеклом стоит непочатая бутылка спирта-рояль. Пил тут рояль? Молодцы. Вот. Я вас обрадую, что он жив, потому что, я, к сожалению, многие люди, которые пили рояль, они уже давно не живые. Вот, я тоже пил рояль, соответственно. И у нас стоит эта бутылка, я сейчас буду прискакивать немножко, как, когда, смотрите, недавно, на 23 февраля, наш волонтер проходил где-то в пригороде мимо дома, с балкона, вот по Харовцу буквально, на балконе стояла бабушка и хотела его поздравить, и поздравила его. В пакете на веревке спустила пакет, вернее, в который находилась стрелецкая водка и спирт-рояль еще с тех времен. И она нашего волонтера говорит, это вам подарок на 23 февраля. Вот, ну он, соответственно, а можно, начинается гул уже, ребята, чуть потише, будьте любезны, пожалуйста, спасибо. Особенно дальние столики, да, спасибо. Это, наверное, там Филипп гуляет с Антоном Макаровым, отмечает выход альбома. Потише. Ну вот, я нам подарил, соответственно, спирт-рояль, не запечатанный, не открытый. Вот он попал к нам в музей, и у нас есть такой уголок алкоголика, где есть спирт-рояль, водочные наклейки, ящики из-под, ну как здесь, из-под бутылок и так далее. Ну и помню, и фотографии мои тоже пьяного вида, они тоже там присутствуют, я ни в коем не стесняюсь. И диплом о выпуске вот как раз из репетиционного центра. Короче говоря, допился до ручки, и белочка была, соответственно, все остальное. И вот где-то в 90-х годах случилась такая история. Короче говоря, в Америке жил замечательный человек Лу Бентл. Он, к сожалению, умер. Вот. Он меценат, филантроп и так далее. Он дружил в свое время с Кеннеди Монро. Он воевал в Корее. И потом он попал в сообщество анонимных алкоголиков. Анонимные алкоголики, как хорошо, тишина, спасибо, слушайте. Анонимные алкоголики, программа образовалась в 1935 году. Ее образно создали два алкаша. Сначала один человек, врач-хирург, который просто пил нещадно, и он уже не мог, ну просто плохо было, да. И он нашел другого человека, который тоже очень сильно пил. И позвонил ему, говорит, можно встретиться, чтобы как-то с тобой по трезвяне поговорить. Тот говорит, да я тебе даю 5 минут. Они проболтали всю ночь на трезвую голову, и стало хорошо. И они стали потихонечку сочинять 12 шагов, 12 традиций. Так вот, и, соответственно, Лу Бентл, он подружился с человеком, который сейчас живет в Америке, Женя Зубков, который со временем тусовался со всеми нами, с музыкантами, с художниками и так далее. И он говорит, а в России-то бухают очень сильно, и надо что-то делать. Он говорит, ну давай сделаем как-то так, чтобы они приезжали, эти люди. И по три человека там через месяц, через два приезжали люди. Это писатели, музыканты, вся группа ДДТ там была, Калибри Наташа Пивоварова, но она, нет, ее живых, она как раз, Гриша Сологуб, «Странные игры» и так далее. Вот. И за то, чтобы, ну как бы платил, он миллиардер, и он организовал, и на его деньги образованы три репетиционных центра, два в Америке, один у нас. Ну вот. И на меня вышел Митя Шакин, который, в общем-то, уже был там, вот, и он жил на Васильевском острове, а я, как бы, значит, у меня база была алкогольная такая, ну, комната, квартира тоже. И как-то я иду и говорю, Митя, давай выпьем. Он говорит, завтра. Он так подумал, ну завтра, ну что-то не может, ну дай завтра. Сегодня я встречаю,
тоже задают тот же самый вопрос, говорят, ну, давай выпьем, говорит, завтра. Оказывается, потом я понял, когда в программу попал, что человек, который как бы, ну, наверное, не алкоголик, вот он себе говорит, я сегодня не пью, а завтра может быть. Ну, такая некая отмазка. И таким образом можно, в принципе, и не пить, и не курить, там, и так далее. Вообще 250 зависимых анонимных алкоголиков существует. Сексоголизм, трудоголизм, игролизм, обжоролизм, ну и понятно, что наркотики и так далее, и так далее. Вот. И тетя... Понял? Не понял. Ну, не важно. Ага. Хорошо. Ну вот. И через некоторое время, значит, другой человек, Евгений Николаевич Мочалов, ко мне обратился с такой просьбой, Олег, не хочешь ли ты просто прийти на встречу с анонимными алкоголиками, они приехали на экскурсию, вот они на экскурсию по делам в Питер, вот, просто они с тобой поговорят. Я говорю, ну, бог с ним, давай. Мы встретились в Невском там паласе, в гостинице, там в ресторане, у меня все дрожит, тут не дрожат. Я говорю, джентоник, тогда будем разговаривать. Джентоник раз, вот. Потом что-то я понял, что не готов для разговора. Джетоник 2. Вот. Но я как-то более-менее стал слушать. И люди пришли такие пожилые достаточно, там 50, 60, 70 лет там, и так далее. И они такие румяные все, не пьющие по 20-30 лет, стали мне рассказывать там просто бла-бла-бла. И не то, что меня уговаривать, убеждать, просто вот хочешь поехать в Сомтаду, пожалуйста. Не хочешь, ну, значит не хочешь. Но я спрашиваю, а как, у меня денег нет? Он говорит, у нас есть. Я говорю, а сколько у вас денег? Он говорит, 20 тысяч долларов. Я говорю, опа, а можно мне эти денежки дать? Я пить брошу. Вот. Они, конечно, рассмеялись, но понятно, что. Тогда я стал, значит, спрашивать, а если там девушки в Америке, а если там бары, там, можно ли мне выйти, а если еще что-то? Говорит, все, конечно, да, все можно выйти там и так далее. Конечно, в каждом инвестиционном центре на Нину там ворота открыты, там нет ворот вообще. Вот, и ты можешь выйти, но просто туда не вернешься. Ну, в общем-то, я сказал «да», вот, и ушел в запой, вот, длительный достаточно. Вот, и через некоторое время, вот, в июне, наверное, не помню какого числа, господи, как не помню, конечно, 23 июля я уже не пил, 22 числа июля я с утра попал в отрезвитель. Вот, было написано, значит, у милиционера такая, мне мама рассказывала, она рассказывала, что я был прислонен к стене, вот. Ну, в общем, я вышел из отрезвителя и был на грани, что если бы вдруг я там остался, или побили меня, или еще что-то, если на следующий день я бы никуда не улетел. Вот, но я все равно догнался алкоголем, и вот на следующий день я полетел, я раскрутил алкоголь свою маму, я раскрутил вот этого Мочалова, замечательного Женю, потом пациента, который с нами ехал, был профессор. Потом тогда были замечательные моменты, когда можно было в самолете курить и пить, в том числе сколько хочешь. Вот. Ну и так далее, так далее. Значит, мы приехали, и тоже Женя Зубков, который нас всех принимал, он, в общем, я говорю, давай тоже джинтоник, я очень люблю джинтоник, вот, синенький такой. Или голубики, но не важно. Вот. И в ночи мы попали в центр, и вот началась такая как бы история по поводу моего выздоровления, скажем так. И вот на... Вот как ни странно, не было вообще. Вот я не знаю почему, может там природа, потому что когда я проснулся, я подумал, что я, то есть не подумал, я увидел белочек, ну белочек в смысле с хвостами живых, да, и я увидел там каких-то там, не знаю, животных там, красота неимоверная. В полоте я должен оказаться здесь в аду, но я оказался в раю. Вот. И, возможно, воздух, да, и потом соки, витамины, там, все остальное. И как бы у меня тремора особого не было, ну, было, может быть, там, первый, там, день-два, может быть. Ну, так, чтобы, наверное, на стенке леса у меня не было этого. Вот. И потихонечку, и вот на нынешний день я вот употребляю 23 года против. Спасибо, да. Надо хлопать, конечно, да. Не-не-не-не-не. Понимаете, вот сообщество анонимных алкоголиков и центр отличается от других центров религиозных или каких-то трудовых тем, что там нет никакой физической работы. Там не то, что работа. Вот с утра мы идем на лекцию это с папочками, да, вот, и слушаем, что нам говорят про алкоголь, про жизнь и так далее. То есть мы ничего руками не делали, мы просто слушали.
Вот. И потом заполняешь дневник, как в школе, работаешь над шагами, там, над первым. Ну, первый шаг — признать бессилие перед алкоголем, это самый первый шаг, да. Вот, и так далее, и так далее. И вот в течение 28 дней, естественно, гул какой пошел. Вот. Я чувствую, что моя лекция об алкоголе вам как бы не на пользу. Ну вот. Я почитаю. Вот. Ну вот как-то так, то есть без всякой терапии. И поэтому что в голове. Но в любом случае я буду читать стихи, постарайтесь как-то особо не... Да, спасибо. Не кричать. А вот это стихотворение преподавал в свое время в альбоме «New Love» песню. Озвучит стихотворение так. Любитель пива и легкой наживы всегда опрятен и немного груб. Его друзья пока еще живы, а недруги затачивают зуб. Он кожаный такой, он модный, и темные очки глаза скрывают, и руки не дрожат, ведь сталь крепка, а где-то рядом еще кого-то убивают, никто не видит меткого стрелка. Он кожаный такой, он модный, а в этот день он был сердитый, и что-то не понравилось ему, и только медальон насквозь пробитый остался непонятно почему. Он кожаный был и модный. Спасибо. Не дали приз за честность, спасибо за любезность, я знаю, что я вру и скоро я помру. Не дали приз за скромность, я выразил готовность и громко всех послал, я маленький нахал. Не дали приз за умность, позвольте, что за глупость давать за такое барану, не слишком ли рано? Спасибо. Бестолковая девчонка, так похожа на галчонка, непонятная такая, как из мая. Нос длинный, бел, как вата, и глаза, как цвет агата, только странная такая, я же знаю. Я за ней слежу повсюду, полагаюсь я на чудо, что поймаю, как галчонка, бестолковую девчонку. Спасибо. Сейчас, секундочку. Как выйти из дома, чтобы никто не заметил, и воздух глотнуть, и девочку встретить, ходить ей за ручку, рассказывать сказки, платить за вино, а также за ласки, легко целовать не в губы, а в носик, слегка спросить, ответь на вопросик, зачем ты со мной, зачем тебе нужен, ответить, смущаясь, я хочу мужа. Спасибо. Привык к тебе, прилип, как рыба прилипала, и по уши я влип, чего мне не хватало. Не беден, не богат, какой-то странный с виду, всегда я виноват, но не таю обиду. Ты смотришь на меня, и главного не знаешь, что я люблю тебя, когда ты засыпаешь. Спасибо. Ангел летал надо мной, над шумной листвой, он же молодой, золотой, заводной, озорной никакой. А бес подо мной ходил и шептал, он очень злой, страшный, тупой и никакой. Спасибо. Без повода и без сожаления, без радости и без интриг, порвал я сети, глоток забвения получил, когда читался книг. А я бежал, сбрасывал одежды, в глазах тоска и в голове туман. Но я оставил про запас надежды, остерегаясь браться за обман. И мир мой тесный, как моя каморка, не душно в нем и словно заперти. Мои ладони — черная заколка, как будто крестик на твоей груди. Спасибо. Поступай, как знаешь, и ищи, что хочешь. Ты опять икаешь и сегодня просишь. Ты сегодня старый, порой небрежный. Ты о чем мечтаешь? Ты бываешь нежным, а порой злобным, чтоб скрипели зубы, а порой покорным, чтоб синили губы. И тебе разлука не отравишь душу. Ты всегда был славным и всегда послушным. А теперь не скачешь, ничего не хочешь. Сам себя стреляешь, сам собой хохочешь. Спасибо. Возможно, я дохлый, сказал он подруге сидящей, как в замкнутом круге в красивом биде. Она отвечала, не дохлый, а старый, немного усталый, немного седой, а впрочем, считай, как хочешь.
Она загадала до трех, сосчитала. Бедный урод и дурак. Но если бы знала, когда умирала, что это не так. Спасибо. Устрой меня в отель, поверь мне, как всегда, и чистую постель, и кофе утром. А на душе метель, и в голове пурга, но поступаю мудро. И не понять, что я соврал или украл у себя я, на корабле мой полный оврал, радость на злобу меняя. И пролетел над рекой, знаю, не так я летаю, свечку поставлю за упокой и в тишине умолкаю. Спасибо. Все здорово, все отлично. И вид мой неприличный, и моей душе озноб. Я замечаю лично в моем шкафу наличность. Какой я злобный сноб. И как бы ошибаясь, старательно стараюсь замести следы. Блистательно играю на нервах и икаю в преддверии беды. А я себе воздвигну огромный пьедестал и сгину в народной суете. И вовсе незаметно, что я теперь не бедный, и мы с тобой не те. Спасибо. Ловкий, странный мячик коварный в корзину попал. И сразу видно почек старинный редкий овал. Или теряясь бездну, бросаясь боль поутру, не стесняясь, громко ругаясь, водку найду. Все очевидно, меры не видно. Вот ведь вопрос. Только сказали, как наплевали в изящный поднос. Спасибо. Нижнее белье сниму и восторженно завою, и на брани грязной вони вас постели засниму, и поспешно соберу все свое добро в ладони, и как лошадей в загоне вас почую поутру, и созявши головою, стану я на дно корыться, вам, как кукле заводной, дать возможность утопиться. Браво! Спасибо. Красивая и честная подруга у меня, немного, правда, грязная, но на исходе дня, и личико прекрасное, и звезды в волосах, и губы страстные, и стон стоит в глазах. Сомнений нет, чудесная, ну где же ты была? А впрочем, ты же пресная, как рыба залегла. Спасибо. Волки ходят в гости. Знают, тех и любят, и от страшной злости начинают выть. Если бы не волки, были бы мы иголки, от нашей елки стало веселей. Веселей бы стало, и опять пропало то, что я сначала стал вам говорить, что в гости ходят волки, кушают иголки, и на нашей елке надо только выть. Плакать надо, братцы, и опять стараться, чтобы в абразуру пуля не прошла, и для нашей мыши сделаем мы крышу, и по фамильной раме радуга взошла. Волки ходят в гости, ходят потихоньку, ласково в ладошки дуют на ветру, и от этой мысли волосы навскидку на замок висячий голос свой запру. Спасибо. Каждый год и каждый вечер я иду к тебе навстречу, весь измазан шоколадом, поворачиваясь задом. Говорю я очень громко, голос мой изящно звонкий, весь настроенный на нервах, ищет брешь в моих резервах. Каждый год и каждый вечер проходил и не заметил той загадочной картины из прозрачной паутины. Спасибо. Я вру, что пишу стихи, и голову низко склоняю, и главные мои грехи я бережно забываю. И нежные пальцы мои, что нравятся дамам прекрасные, и слюни мои так длинны, что смотрятся просто ужасно. Я вру, что пишу стихи, насилуя чистую душу, и главные мои грехи стекаются в грязную лужу. Спасибо. Красивая девушка лежит на диване, читает книжку о Жанне. В книге смелая Жанна сражается с врагами отважно, и где-то ее любимый пишет песню для Милы. Я тоже лежу на диване, рядом вода в стакане, салфетки, таблетки, бумага и пес по кличке Отвага. Спасибо.
Зима обернулась весной, юноша стал стариком. Здоровый стал больным, а мальчик стал голубым. Женщина стала мужчиной, именно этой причины. Солдат стал генералом, а марша стал капралом. Гоша одел калоши, папа купил макинтош. Мама ходит на курсы, пытаясь умерить трусость. Сосед по имени Константин старается быть один. И в этой больной жизни пробуждается любовь к отчизне у мальчика Николая. Ранней весной, когда все тает. Спасибо. Ну, какие-то вопросы созрели? Я бы хотел... Да. Вот. И вас немножко огорчу, у меня мнения никакого нет, потому что на вопросы, связанные с политикой, я вообще как бы держу нейтралитет. Вот, поэтому вы понимаете, в каком мире мы живем. Вот, поэтому я стараюсь как-то о политике не говорить, ни о ситуации в Украине, ни еще где-то либо, да, потому что, сами понимаете, я сейчас скажу, что это может, не то, что я не боюсь ни в коей мере, но это может как-то неправильно кто-то высказать, да. И... Ай! Что детский сад у нас происходит? Это интересно? Неинтересно. Мне это неинтересно. Мне интересно записывать альбомы с замечательным автором Антоном Макаровым. Мне интересно писать стихи, если даже они не пишутся. Мне интересно сниматься в фильмах. Мне интересно вести концерты. Мне интересно быть и говорить вам, рассказывать, читать стихи на творческих вечерах. Мне безумно интересно на 36-м году своей творческой деятельности по сей день танцевать и быть совершенно... Да, спасибо большое. В офигительное... Да, спасибо. Куражем, драйвом, организм, в общем, состояние просто, что просто меня трясет всего, понимаете? И это не только мне надо, то, что со мной происходит, а, соответственно, это все выкладывается для тех людей, которые приходят на концерты и, соответственно, сюда. Вот. И мне это интересно. А все остальное, простите, постольку поскольку. Олег, вот вы всегда такой положительный, душевный, это замечательно, безусловно, но есть какие-то факторы, которые влияют на вашу национальную составляющую, когда вы раздражаетесь, может быть, Я сегодня был раздражен крайне сильно, да. Вы знаете, я грешен, я грешен, и моя любимая супруга сегодня ее извел. Короче говоря, да, ну бывают такие, ну мы же люди, мы физически, мы не можем ровненько все так, да, как-то. Ну бывают какие-то такие, ну не всплески, вспышки назовем это, да. Но я как-то так не очень долго эта вспышка у меня длится, слегка, чуть-чуть, но я каюсь, грешен, да. Бывает, конечно, лучше такой положительный, мы же все люди, соответственно, да. Бывает, ну, какая-то ситуация, не очень хорошая, да, бывает. Но я стараюсь держать себя в руках, в рамках и быть спокойным, стараюсь. Дай-то Бог. Олег, можно про музыку? Скажите, пожалуйста, а что вы для себя слушаете для удовольствия сейчас? Я музыку слушаю только на даче, вы будете смеяться, значит, в садово-огородный период. Я стал огородником, как и многие мои друзья из разных групп, из чифов, допустим, там все ребята-огородники, наши клоуны, лицедеи-огородники, там по семенам там у нас идут базары. Ну, раньше по одной траве, скажем, а сейчас по другой. Вот, и как это самое... Вова Бегунов, гитарист Чифов, говорит, я такую траву посадил, ну, газонную траву, вот. И, соответственно, когда я на даче, я включаю магнитофон, и у меня много дисков разной музыки, от Аркадия Северного до, не знаю, новой волны, типа Talking Heads, YouTube, Clash, Police и так далее, до ранних альбомов «Аквариум», «Кино», «Зоопарка», «Мануфактуры», «Странных игр» и так далее, да. То есть я, ностальжи у меня все-таки по тем временам, и как-то новая музыка, иногда пытаюсь ее как-то услышать, но она меня, как ни странно, не заводит. Тем более, что очень долгое время, пока не построился Горкундик, 19 лет, вот я проводил фестиваль Горкунделя, где изначально выступали «Ночные снайперы», «Биллис Бэнда», «Animal Jazz» там, и так далее, они были не очень известны. Вот, я провожу фестивали для молодых, но, к сожалению, для меня ничего интересного, к сожалению, простите, не представляю. Есть некоторое количество коллективов, которым мне нравится вот, в Питере. Это «Жвака Галс», это «Хамы», это «Альцгеймер», это «Гафт» и «Спящий Будда».
Вот. Еще один есть коллектив, но я не помню название, вот, играющий очень интересную музыку. Вот, и это да. А так играют очень много групп, но они мне интересны, они не куражные, они не драйвовые и не харизматичные. Но, может быть, когда-нибудь появится. Знаете, будете смеяться, я рэп услышал вот так на пластинке несколько лет назад, когда мне Андрюша Бледный с 2517 подарил свой диск. То ли чертополох, то ли там как-то еще что-то такое, ну что-то такое. И вы знаете, я два раза его подряд послушал, и мне так понравилось. Вот, потому что я люблю группу 2517. И очень классные ребята, они очень отзывчивые, и помогали Гаркундлю в том числе. И вообще, когда мы строились, Гаркундль — это отдельная история, а вот очень много музыкантов медийных, да, помогали или деньгами, или выступлениями бесплатными на фестивалях, на 5 фестивалях, 2 в Москве, 2 в Питере, в Екатеринбурге. Вот. Знаете, я заметил, что когда вот я говорю на вопросы, идет гул, а когда я читаю стихи, гула нет. Так что смотрите, или я читаю стихи, вы тихо себя ведете, или я говорю, они всегда, ули стоит. Да-да. Вы знаете, мне предлагали, некоторыми есть немножко стихов, 3-4, да, такие типа детские, да. А вот у меня была такая мысль, я еще этим не занимался. Ну, в смысле, вот что, сказки рассказывают. Ну, можно попробовать, почему нет? Я попробую. Хотел бы узнать, а есть ли какая-нибудь информация о Володе Веселкине? Вы знаете, мне очень жалко Вову, я очень его любил, люблю и буду любить, но, к сожалению, вот алкогольная вот эта ситуация, и даже не алкогольная, она, ну, негативно, естественно, сказался на том, что он сейчас не делает, да. Он великий танцовщик, он замечательный поэт, он офигительный художник, да. Но вот ситуация с алкашкой, я ему говорил, что до того, как у него случилась трагедия с ногой, много он трезал трамваем, это наш танцовщик, если кто не знает, да. Вот, и у него все, естественно, все покатилось и так далее. Самое главное, вот я ему совет жизненный даю и давал, да, ему нужно завязать с алкашкой. Это первое, самое главное. А потом все образуется. Вот зубы дают вставные, что все образуется. Вот, и, ну, жалко, но будем надеяться, что все будет хорошо. Я не знаю даже, где он, что он. Ну да, он попадает часто, то он в Орле, то он в Питере, то он еще где-то, там и так далее. Жалко. Вопросы есть какие-то? Скоро я буду завершаться. Знаете об этом? Хорошо, тогда некоторое количество стихов. И действительно, нужно будет потихонечку уже завершать данное мероприятие. Чего? Экскурсии в Питере нет. Я, конечно, не устраиваю. Мы когда собирали деньги на планете для строительства центра Гаркунди, они были. Но в принципе, как бы они никуда не пропали. Но это лучше делать по лету или по весне, чтобы тепленько было, да. Если соберется группа, допустим, из людей, которым это интересно, да, ну 5-6 человек, то это можно писать в контакт Гаркунделя просто-напросто и соединиться в один день. И это на самом деле мне было бы, если я был бы вот человеком, которому было бы интересно, мне это было бы интересно. Потому что экскурсия тогда была где-то в районе по времени 5-6 часов, наверное. То есть это вот эти места, потом в Гаркунди зашли, попили кофе, чай, всем рассказывал. Так что у кого есть желание по Питеру прогуляться, по святым местам, типа рок-клуб. И, кстати, я слышал такую информацию, мне Костя сказал Кинчев, что вроде собираются вешать, наконец-то, не прошло и года, рок-клуб образовался в 81 году, 7 марта. И только вот сейчас, как мне сказал тоже Костя, я знал об этом, будет повешена табличка, что здесь был Ленинградский рок-клуб. Давно пора. Вот, а памятник Уцоя, да, спасибо. И, к сожалению, пока нет памятника Уцоя. Нет, в каких-то городах даже есть, а у нас в Питере почему-то нет. Ну, надеюсь, будет. Спасибо. Пожалуйста. Олег, да. Алексеевич, а как вот по поводу закраски стены Виктора Цоя? Как ваше мнение?
В смысле, в Москве? Да. Но вот в Питере, да, во дворе Ленинградского клуба было очень много надписей, названий групп, да, люди приезжали из городов, там аукцион, аквариум и так далее. К сожалению, что там закрасили, дворик стал гламурным, ворота и так далее. Я считаю, что, ну, все-таки память – это память. И, конечно же, и тогда во дворе можно было оставить, и нужно было оставить эти надписи. И, соответственно, ну, это, опять же, я называю это детский сад, да. Но есть надписи, и пусть они будут, они, в принципе, никому не мешают, вот. Антон, это вы, да, я вижу, да? Ага. Это Антон Макаров, который написал замечательную музыку для моего альбома «23». Я хочу, чтобы вы все похлопали, я не знаю, слушали ли этот альбом, но я считаю, что вы, Антон, молодец, я вам 100 раз говорил об этом. Если бы вы не вы, альбом бы не был однозначно. Вы большой молодец. Спасибо вам. Спасибо. Так что, ребята, опять же, вот я уже завершаю, но все-таки скажу, вот мы не расходимся сейчас. Перекурим, и я к столику продажному подойду, буду фотографироваться, расписываться, и, соответственно, приобретайте альбом 23, книжки приобретайте. Да, да, да. У меня есть вопрос, пап. Давайте. Если можно задать, пока вы... Можно. Я надеюсь, он будет интересен всем. Давайте. Скажите, пожалуйста, мне было интересно, с каким из ваших кумиров, музыкальных или там других, вы бы сейчас поработали? Я не знаю, я знаю, что вы встречались с Брайаном Ином. И что вы, ну, достаточно широкоформатно. Я понял, понял, да. С кем? Ага. Сейчас отвечу. Вы знаете, про Брайана Инона, спасибо вам, Антон, да. А такая история, мне рассказывали, я не очень помню, когда Брайан Инон в свое время продюсировал «Звуки Му». И когда мы ездили на гастроли во Францию или в Германию, во Францию в том числе, группы кино «Звуки Му» и «Аукцион», соответственно, соответственно, концерт «Звуков Му» присутствовал великий продюсер и музыкант Брайан Ина. И мне рассказывали историю, что когда, я извиняюсь, я каюсь, я грешен, да, когда он подошел ко мне, меня познакомили, соответственно, а у нас там должен быть концерт, видимо, то ли прямо сейчас, то ли еще когда-то. В общем, каюсь, я его послал. Мне сказали, что там вот концерт. Говорю, да пошел ты, какой-то дядька подходит, а потом мне сказали, что это Брайан Ина. Каюсь, грешен. Вот, в общем, я Брайан Ина послал. Ну, не важно. И по поводу вот работы совместной, зарубежного не знаю, но было бы прикольно вообще что-то придумать с Петром Николаевичем Мамоновым вместе. То есть я и Мамонов что-то. Да. Я его очень люблю, и много лет мы с ним и по тем временам, по балкашным, естественно, встречали. Был забавный момент, когда на квартире то ли у него, то ли у Лепницкого, не знаю, приехали иностранцы какие-то, там, типа мини-стол какой-то, какое-то бухло, а мы с своим директором сидим с Карцом, заперлись в душевой или там или в туалете, и портвейн распивали, ну, чтобы не отняли образно. Портвейн, мы же не знаем, что там бухла навалом. И мы вторили сначала портвейшка, а потом уже на заграничные всякие напитки. Вот такое было время, да. Спасибо. Вы знаете, я прочитаю сейчас стихотворение, которое все-таки будет заключительным. Оно очень коротенькое, но очень душевное. Когда очень любишь и голос свой не слышишь, и сходишь с ума сияющей крышей, тогда смотри на воду и жди хорошую погоду. Погода просто офигительная. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Браво, браво! Молодцы, кайфово, спасибо, это супер, просто вообще вечер с нами, это супер, спасибо.